Всем привет! С вами video-shopper.ru. Сегодня мы тестируем телефон Samsung C3330 Champ 2. В комплекте зарядное устройство, как обычно. Купив Samsung C3330 Champ 2 у нас, вы можете получить множество бонусов и подарков. В том числе пленку на экран, карту памяти, а также более 30 игр и программ. Подробности по телефону на экране и на сайте video-shopper.ru. Телефон небольшой, выглядит неплохо, куда лучше, чем его предшественник. Правда, модель снабжена одним из самых маленьких сенсорных дисплеев, что мне доводилось видеть. 2,4 дюйма, разрешение 240 на 320 пикселей. Поэтому комплексный стилус, слот для которого предусмотрен в правом верхнем углу, вполне к месту. Кстати, раз уж он здесь, нетрудно понять, что экран не емкостный, а резистивный. Под дисплеем три кнопки – прием вызова, назад и отбой, совмещенные с клавишей включения-выключения. На левом ребре – качелька громкости. Справа – кнопка блокировки дисплея и запуск камеры. На верхнем торце – стандартный разъем наушников и прикрытый заглушкой microUSB. Оборотная сторона телефона сделана глянцевой. Ее делят звонковый динамик и встроенная камера. Всего 2 мегапикселя – Full Focus. По крайней мере, лучше, чем в первом чемпе. Под крышкой литий-ионный аккумулятор емкостью 1000 мАч, скрывающий слоты для симки и карты памяти. Максимальный заявленный объем 16 ГБ. Карточку придется покупать в любом случае, встроенной памяти всего 20 МБ. Интерфейс меню имеет много общего с традиционным TouchWiz-ом, пусть и заметно упрощенным. В терминологии Samsung это называется TouchWiz Lite. Присутствуют все основные функции, за счет небольшого экрана пользоваться ими не очень удобно. Среди беспроводных коммуникаций только Bluetooth и Edge, есть FM-радио. Ну, собственно, вот и все. Модель очень простая и обзор получился коротким. Главный плюс – приятный внешний вид и небольшие размеры, ну и цена, само собой, тоже. Из минусов – небольшой экранчик. Еще не определились с выбором? Тогда посмотрите наш видеообзор Samsung S5230. Удачи!